может быть лучше? Хорошего дня, открытого окна со свежим воздухом, крепкого черного кофе. Когда ты такая потрудилась, поработала и села просто вот отдохнуть, насладиться этим моментом и выпить чашечку кофе. Мне кажется, вот это вот счастье вот в моменте, вот оно, ну, это неоценимое ощущение, невероятное, вот. Будьте счастливы в моменте, хорошего вам дня, вкусного вам кофе, счастливых каких-то вот приятных, вдохновляющих эмоций. Вот, мотивации вам, я не знаю, первый рабочий день сегодня. Люблю вас, друзья мои, хорошего вам дня, пейте вкусный кофе, кто кофе не пьет, я заметила, что в России как-то меньше пьют кофе, чем у нас в Украине. Как-то у нас вот все-таки больше по кофе, а в России по чаю, поэтому вкусного вам, кому кофе, кому чая, каждому свое.